Вот, смотрите. Вот это вот адановский ящик-лежак. В него встают 28 рамок. Вот именно в этом ящике у нас сейчас две семьи. И буквально 3 или 4 дня назад мы обнаружили вот в этой семье, с правой стороны, в которой, вот в этой, что они натянули новый маточник. И мой муж взял и старую матку с пчелами и с кормом отсадил. То есть сделал новую семью. И вот сейчас он хочет посмотреть, что там с этим маточником. Вылупилась, вышла матка или нет, или что, или как. Смотрите, сколько пчелы. Вот она, вот он маточник. Подождите, я вам покажу. Видите? Она на выходе, эта матка. Видите? Пчелы очень много тут. Вот. Так что придется, наверное, ставить новые рамки еще. Вот он поставил новую вощину, и она уже оттянута. Вот здесь еще, наверное, один маточник был. Мы сейчас посмотрим, как, где это тут. Вот смотрите, в этой же семье еще один маточник. Так что нужно будет хорошо смотреть, чтобы пчелы не улетели, чтобы не роились. Видите? Еще один маточник здесь, на третьей рамке уже. Та же самая семья, смотрите. Да. Сильная семья это, конечно же. Вот, видите, маточник? Сейчас, подождите, я вам покажу. Вот, видите? Вот смотрите, в этой семье 11 рамок. Нужно будет доставлять. Он потом доставит, чтобы было 14. Ну, по мере того, как они будут работать. И сейчас нужно очень осторожно быть, чтобы эти чтобы они не пороились. Потому что три матки, или они поубивают друг друга, или... В общем, нужно смотреть. Сейчас муж мой поставит еще одну рамочку, воск, чтобы они тянули. Вот смотрите, мой муж хочет еще вощину поставить, чтобы пчелки оттянули. Сейчас он побрызгает водичкой, чтобы им лишний раз не таскать воду, не работать. Вот смотрите, как он делает. Вот эти, где, видите вы, синие вот эти точки, это там маточники. Вот сейчас мы будем смотреть вторую семью в этом же ящике. Ой-ой-ой, сколько пчелы. Вот это, смотрите, это вторая семья в этом же ящике. Посчитай-ка, сколько тут рамок, а? Сколько? 12. 12 рамок здесь уже. Еще тоже. Две можно. Еще две тоже можно поставить. Сейчас будет. Посмотрим. Или три. Вот здесь, видите, такая перегородка между семьями. И зимой вот эти вот пчелы, они очень хорошо зимуют, потому что им полный теплее. Мед. Смотрите, полная мед рамка. Запечатывают уже. Уже запечатывают. А вот это что такое? То смотри, они тянут. Да, это дефект рамки было. Аза. Вот свежую ставила. Вот. Уже натянули. Свежие буквально 3-4 дня. Работает. И медом запихивают уже. Угу. Отлично. Очень хорошая рамка. Тут пчела уже на выходе, да? Угу. Ой, какой жирный трутень, посмотрите. Нужно посмотреть, может быть, здесь тоже они маточники натянули. Кто его знает, потому что семья очень сильная. Нужно не прозевать этот момент. Нет, ничего тут нет, да?
Три дня назад поставила, вот уже все оттянули, уже медом закладывают. А вот это что такое? Ну, это смотри. Куклы такие. Вот они тянут, видите? А. Такие чашечки. Угу. Мисочки такие. Мисочки, чашечки. Видно, что свежая, желтенькая. Свежая, хорошая рамка. А. Уже почти все отстроили. Медом забивают. Тоже медовая. Полностью, вот смотрите, белая аж сверху. Ой-ей, они уже все, уже ее запечатали даже. Да, полностью, видишь. Засеяли, запечатали. Уже ну, не... в конце мая точно придется, наверное, нам мед качать. Если погода будет хорошая. Так, маточника нету. Это мисочка там. Вот хорошо, что нету. Значит, мед будет в этом улике. Вот эту рамку, смотрите, мы как-то где-то видели в интернете у одного блогера, что можно делать рамки шире. И вот, поверни, чтобы видно было. И вот он нарастил, чтобы она была шире. Но что-то нам как-то не, это не очень понравилось. Смотрите, видите, она какая помята, ну как бы волнистая такая стала, или как сказать, очень тяжелая. И мы больше не стали делать, мы это сделали просто на пробу. Пчелы много. И тут пчела тоже и на выходе, и мед, такая, и все вместе, да. Тут. Да-да. Вот здесь что такое, смотри. Маточник. Посмотрите. Маленький. Маленький маточник. Нет, просто нет. Тут яичко сложила. Вот яичко, да. Ну ничего. Даже ну, яичко, да. Да-да. Видишь? Да. Положи вот сюда ее, я сейчас сниму. Смотрите. Значит, тоже хотят. Тоже хотели хотят родиться, значит. Здесь молодая. Значит, надо внимательно смотреть. Прошлогодняя матка тоже хочет. Тоже. Обычно, если годовалые матки, то они не очень-то роятся. Ну, да. Но вот это пчелы много, поэтому, наверное, да? Может быть. Все нормально, медом закладывают все. Угу. Вот тут надо. Ой. Все полно. Очень много пчелы в этом году, хорошо. Хорошо, они перезимовали в этом году. Погибла всего одна семья, наверное, да? Матка плохо облетелась, и она не сеяла зимой, и поэтому пропала. Что, матка не сеяла. Очень хорошо перезимовали. Что-то матку мы так, они у нас не отмечены, поэтому... А зачем их искать, если яички лежат? Ну да, однодневные и... Ну. Трехдневные, и пчелы много, и поэтому что-то мы так сильно не ищем. Ну, вон яички лежат внизу там. Видно, да? Да. Видно, наверное, расплод, что лежат. Свежий. Расплод лежит свежий. Двух-трехдневный расплод есть, все. Значит, маточка тут. Искать ее не надо. Опа. Ой, тяжелая, блин. Ой. Ой-ой-ой. Полностью запечатывают медом, да? Ага. Ну, отлично. Ну, перку тоже, а я перку смотрю, тоже тут тащатся. Ну, перга нужна им. Очень матки тут не будет. Сильная семья тоже. Сейчас мы хотим посмотреть вот с прошлой семьи, которую я вам показывала, которую мы отсадили, старую матку, и сделали отводок. Сейчас мы посмотрим, как там. Вот это прошло 3-4 дня, мы хотим посмотреть. Сейчас я рамочку ставлю. Сейчас он еще сюда одну рамочку вставит, и это, в общем-то, очень хорошая, сильная семья.